чего бьют эти пчелы противные. А с них падает мед. Очень полезно. По всем смыслам. К сожалению, Google не может найти так. Так, собираем ягодки, скоро зима. Чё ты, драться хочешь, птица? Сейчас замутим пчелобомбы. И будем ими защищаться, если что. Но если совсем хана, то их применим. А так они не нужны. Пчелы в любом случае расплодятся, поэтому нужно этот счет не париться. Мед у меня есть. Палки есть. Что? Некуда класть, ну съешь. А вообще вот это в Честера кладу. Благо дерево есть, на всю зиму как раз хватит. Цветов я пчелам обеспечил. Цветы. Цветов как-то. Хотя, какая разница. О, смотрите, видите. Было. Что же я хочу? Что же я хочу? Морковка выросла. Хочу собрать все отсюда. Теперь хочу взять семечки и все засадить. Чтобы на зиму у меня были полные огороды. С овощами. Все, убираем. Так, закидываем в холодильник. Ягод слишком много, семечек мало, кстати говоря. Освободили место. Так, бой. Так, все эти штуки положим в конец. Вот сюда. Значит, да, в конец. Вот здесь лежат. Зажуем баклажан. А что, я туда иду? Мне уже не нужно. Это мой стратегический запас. Буду за счет них выживать. Так, с... здесь в середине у меня будут лежать
хвосты. Да. Дальше. Думаю, пора сбегать к Баффалу. Сколько свиней? О, хорошо. Нужно, чтобы хотя бы 3 было, но 4 уже по красоте. Ну, чтобы этот монстр на меня не накидывался. Да ты троглодит, блин. Смотри, какой ужас здесь бегает. И вот надо следить за тем, чтобы они ничего с этого не съели, с этого. Плюс поставки нового мяса монстров тоже мне нужны. Что тут у нас? Кто победил? А где свинья? Свинья померла, значит. Печально. Ну ладно. Я найду мясо монстров из этого паука. Наивнее, да? Но я найду его и дам эти свиньи. Все, отлично. Блин. Идем сюда. Отличительная особенность этой свиньи в том, что она не спеет, она просто бегает и убивает все подряд. Иди сюда. Чё ж ты за честером только бегаешь, зараза? Что честер изи таргет. Так ведь ночь сейчас начнется. Ладно, иди за мной. Идем, идем. Офигеть, ожил. Зараза. Ну ничего, ты пойдешь на благое дело.
А я вот сейчас пойду нафиг, потому что... А нет, нормально все. Даже так бы мог успеть, но не хочу. Все, факел мой сдох. Но... Но... Нам нужно камни, 3 штуки, 3 доски. 4 доски. Так, камни есть, доски сейчас оформим. Не понял. Вот сюда. 4 доски, правильно? Правильно. Отлично, сейчас сделаем дом свиней. Вот, кстати, понавырастало всего подряд. Давайте съедим вот это. Фигня, но съедобно. Яйца обновим, ягоды обновим. Семечки обновим. Кукуруза хрен с ней. Это оставим на зиму, пусть растет. Девяносто первый день. Живем. О, все, сейчас зима. Уже скоро. Где ведь домов свиней? Радует. А, идем к бизонам. Вроде как с едой у нас проблем нету. Да и особо быть не должно. Всегда есть мясо, которое висит. Кстати, мы сейчас его зажуем, наверное, повесим новое. И у нас есть постоянные фермы. Которые мы также сейчас оформим. А понять не могу, почему бизонов иногда атакуют, иногда нет. А иногда у них брачный период. И в этот период лучше от них подальше держаться. Где тут висит фиговое мясо? Вот это вот. Тут, кстати, оно неплохо регенит, это вяленое мясо. Как определить? А у них задница красная. Сразу поймешь. Что ж, ребята, давайте на этой нотке мы и закончим. Да. Довольно все неплохо у нас получилось. К зиме мы вроде как готовы. Семечку берем в холодильник. Этим ягодкам хана. На-н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 а. Так, давайте замутим тефтельки. Ягодки потом зажарим. Нет, мы их сейчас зажарим. Джем, кстати, еще быстрее портит. Наконец-то я себе броню сделал. Все, отлично. Теперь мы будем жить. Вот и на это. Так, кстати, во. И вот на этом мы уже точно заканчиваем. Да.
Что ж. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь на канале, оставляйте свои комментарии. Если хотите меня как-то поддержать, подписывайтесь на премиум. Все записи будут на Good Game, на YouTube, на Twitch'е. Всем спасибо за просмотр. И до